Добрый день! Сегодня во время полива была обнаружена такая проблемная орхидейка. У меня она с июня этого года, но никаких подвижек в ее росте я не видела. И при поливе сегодня я обнаружила, что в ее субстрате очень сильно расплодились подуры, хотя горшок был хорошо вентилируемый и грунт был невлагоемкий. Но поддончик зарос водорослями, и там с удовольствием прыгало семейство подур, очень сильно расплодившихся. Пришлось достать из грунта, промыть корешки под проточной водой, грунт весь выбросить. Вот такая вот сейчас картина с корнями. Как видите, очень много-много корней, даже просто огромное количество из шейки растущих, но они росли очень медленно, потому что подуры все-таки питались ими, так как гниющих органических остатков в грунте не было. После промывки водой я зачищаю шейку, удаляю два нижних листика, потому что там бешеное количество корней через них пытается пробиться, и в принципе эти листы так и так в скором времени уйдут в орхорай. Старые гнилые корешочки я зачищаю, немножечко обрезаю шейку снизу, где сухой пенечек. Все чисто, все хорошо, но вот не хватало сил, чтобы расти этой орхидеюшке. Вот такой горшок я взяла в Леруа Мерлен, куплен он за 30 рублей, маленькая корзиночка для мелочей она называется, очень много в ней дырочек, пластик достаточно плотный, он мягкий, но в меру, корзинка держит форму. Я заполняю ее корой новой, лесной корой в основном, ну и немного архиаты мелкой фракции, чтобы пустоты заполнить. Вот, обкладываю так, чтобы цветочек держался, потому что корней много, но они все маленькие. Впоследствии, я думаю, ниточками перевязать, как ванды крепят. И замачиванием этот цветочек будет поливаться. Спасибо за внимание!